Норильск. Большой Норильск. Однажды он бросил вызов самой возможности выстроить город в этом экстремальном районе. Стал промышленным центром мирового уровня, одним из крупнейших арктических городов. Его хорошо знают те, кто часто летает над бескрайним пространством России. А что знаем о Норильске мы? Своим появлением город обязан таймырским месторождением цветных и драгоценных металлов. Норильск строился сразу в двух измерениях – на земле и под землей. И до сих пор его судьба тесно связана с горнодобывающей промышленностью и металлургией. Этот союз – непростое наследство, но именно он обеспечивает городу и возможность устойчивого развития и постепенное решение самых сложных задач. Промышленники пришли в Норильск первыми, окружили заводы жилыми кварталами. Вскоре стало ясно, что норильчанам необходимо компенсировать суровые условия заполярной жизни в соседстве с тяжелой индустрией. Что удалось? Например, найти архитектурные решения для городского пространства. Вот кварталы Норильска. Они спроектированы так, чтобы прикрывать дворы от снежных заносов. Но вместе с тем Норильск сохраняет просторы проспектов и площадей. Градостроительные формы и приемы, найденные в северной столице, удачно использованы в столице Арктики. Именно в этих дворах, домах-памятниках и новостройках внимательный глаз разглядит ту социальную инфраструктуру, что делает полярный город удобной живой средой при любых погодных условиях. Норильск и сегодня бросает вызов. Проверяет на прочность каждого, кто становится норильчанином. 22 января объявлена ротировка учащимся с 1 по 11 класс. Да, норильчане все еще называют остальную Россию материком. Но уже давно не чувствует свой север крайним, удаленным или оторванным. Город продолжает создавать условия для комфортной жизни в некомфортной среде. Ставит интересные задачи и предоставляет возможности. Сегодня Норильск проектирует будущее. В этом будущем развитие экономики тесно связано с системным обновлением городской среды и активной демографической политикой, в фокусе которой находятся горожане и их основной капитал – здоровье, безопасность, интересная работа и всестороннее развитие. В союзе с промышленниками мы планируем качественно изменить экологическую обстановку и сделать наш уникальный арктический город достойным заповедной природы Таймыра. Ты это увидишь, почувствуешь. Будь с нами!